Музее истории Казанского федерального университета состоялась викторина. Она была посвящена 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Она проводилась для того, чтобы напомнить студентам о событиях Великой Отечественной войны. Совсем недавно, 2 февраля, была годовщина 75-летия Сталинградской битвы. И в связи с этим очень много мероприятий и в самом федеральном университете, и в Тутгородке проведены для почтения памяти. Участие в викторине приняли жители студенческого городка. Вопросы были очень увлекательными и разнообразными о военных песнях, памятниках культуры, операциях сражения. Все участники совещались со своей командой и с большим интересом отвечали на задания. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.